Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю рецепт очень вкусных, нежных и мягких рогаликов на дрожжевом тесте. Кстати, это тесто отлично подойдет для пирожков и пирогов. Начинка может быть любой. Я сегодня использую густое повидло и орехи. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. В миску раскрошила свежие дрожжи, добавляю сюда столовую ложку сахара и несколько столовых ложек муки от общего количества. Наливаю теплое молоко, размешиваю, затем накрою и оставлю в теплом месте минут на 20-25. Обычно я ставлю в духовку с просто включенным светом. Тем временем к одному яйцу и белку, желток у нас пойдет для смазывания, добавляю оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и чуть теплое растопленное сливочное масло. Все размешиваю. Выливаю эту смесь в подошедшую опару и размешиваю. Далее в несколько этапов, добавляя муку, замешу тесто. Сначала ложкой, насколько это возможно, а затем руками. При необходимости контролируйте добавление муки. Возможно, вам понадобится другое количество. Тесто должно получиться мягким и нежным, не перенасыщенным мукой. Миску обильно смазала растительным маслом, обваливаю в нем тесто, накрою и оставлю в теплом месте на 1,5 часа. Тем временем подготовлю начинку. Арахис я предварительно обжарила и очистила. Измельчаю его очень мелко. Далее беру повидло, у меня тыквенное, можно взять густое варенье. Высыпаю сюда орехи и тщательно перемешиваю. Начинка готова. На подпыленный мукой стол выкладываю подошедшее тесто и слегка его обминаю. Делю обычно на 8 частей и скатываю шарики. Каждую лепешку раскатываю в виде овала продолговатой формы. На край выкладываю начинку, накрываю ее тестом и слегка прижимаю. На противоположном конце делаю надрезы и закручиваю рулетиком. После этого придаю форму подковы. Таким же образом делаю остальные рогалики. Друзья, на моем канале вы найдете очень много рецептов дрожжевой выпечки, причем как из классического теста, так и из приготовленного необычными способами. Далее дам рогаликам постоять под пленкой минут 20. Смазываю желтком, смешанным с молоком, и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой, а можно оставить и так. Посмотрите, какими они получаются мягкими, нежными и воздушными. Кстати, для начинки можно использовать любые орехи, особенно нежно получается с грецкими. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите и другие мои рецепты, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.